Руководство автовокзала Самала осматривает новый зал ожидания. Через неделю он примет первых пассажиров. Удобное современное помещение, по сути, представляет собой комплекс всего, что необходимо человеку, отправляющемуся в дорогу. Снесли, сейчас в настоящее время построили зал ожидания для межрайонных маршрутов. Старое большое здание автовокзала будет осуществляться только для пассажиров, которые будут отправляться по межобластным маршрутам. Этот зал ожидания у нас будет только для межрайонных маршрутов. Здесь будут касса, диспетчерские пункты. В комфортабельном зале ожидания, кроме кондиционеров и санузла, появятся стенды с подробной информацией о рейсах, тарифах и прочих важных для пассажиров вопросах. Горожане и гости Шымкента не дождутся открытия нового социально важного объекта. Сегодня им приходится искать тень. Скоро здесь будет еще один зал ожидания. Там, говорят, будут кондиционеры, удобные кресла, кассы будут работать и билеты будут электронные. Все-таки на этом автовокзале лучше. Автобусы и газели чистые, да и водители вежливые. Я еду в Джетсай, сейчас уже выезжаем. Надеюсь, скоро увижу преображение. А я еду в Сарыагаш. Пожелание руководству, чтобы в ходе модернизации предусмотрели площадки для каждого направления. Дорожное покрытие непременно обновят. Будет благоустроена и сама территория. Для обеспечения безопасности пассажиров за час перед выходом в рейс автобусы и газели проходят технический осмотр. Водители получают медицинское освидетельствование. Чтобы исключить аварийные ситуации, постоянно обновляется автопарк. За последние 4 года закуплено 30 автобусов, а в этом году приобрели 10 новых микроавтобусов. Международный, межобластной, межрайонный направление Варверде. У нас требования к транспортным компаниям, заключившим с нами договоры, очень строгие. Все выехавшие с автовокзала транспортные средства находятся под контролем. У нас есть GPS-навигатор, скорость каждого автобуса и маршрутных такси у нас на виду. Нарушителя предупреждают, если повторил, снимают с рейса. Потом увольняют. Кстати, в здании автовокзала предусмотрены комнаты отдыха для водителей. Заездные карманы на автовокзале по улице Рыскулова отныне не будут мешать ни друг другу, ни прочему городскому транспорту. Шанар Уразова, Бауржан Жусипов, Константин Кавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».